Главная проблема для нашего города, да и, наверное, для края, это газификация. Проблема наболевшая, много лет не решается, и по факту, как я уже докладывал, у нас происходит дегазификация. Мы ввиду падающего дебита добычи газа постепенно переходим снова на мазут. Крайне дорогостоящий, неэкологичный и ненадежный с точки зрения поставок вид топлива. На Камчатке на сегодня до 25% бюджета уходит на расходы, связанные с энергетикой, с межтарифной разницей и связанными с этими проблемами. На исполнение ваших поручений мы проработали вопрос размещения плавучей регазификационной установки, увязанной с хабом по перевалке сжиженного природного газа, который реализует компания «Новатек». В целях ускорения процессов я обратился к Леониду Викторовичу Михельсону, он поддержал, и сейчас компания «Новатек» помогает с разработкой инвестиционной декларации и проектных решений за свой счет. Она состоит из береговой части инфраструктуры инженерной, берегоукрепления, причалов, а также морской, которая включает, собственно, плавучую регазификационную установку и два судна-челнока. Сегодня компания «Новатек» готова в целях ускорения этой работы опережающим темпом осуществить строительство морской инфраструктуры при определении механизма последующего выкупа ее и передачи единому оператору газификации, которым определен «Газпром» для Камчатского края.